Родители и родственники армянских военнослужащих периодически проводят акции протестов как перед зданием правительства, так и Минобороны. Они вновь собрались перед зданием правительства и требовали демобилизовать их сыновей, участвовавших в боевых действиях в Карабахе. Родители солдат утверждали, что у их сыновей, прошедших войну, серьезные проблемы со здоровьем, и они больше не могут вернуться на службу. Когда я в последний раз говорила по телефону с сыном, я заметила, что он даже перестал нормально говорить. Он там сходит с ума. Этот стресс сказывается на его нервной системе. Мой сын ведь был здоровым. Ему приставили 5 дней на отпуск, но сразу через день забрали обратно в Карабах. Мы требуем только одного. Наши дети должны вернуться в Армению. Они должны служить только в самой Армении и больше нигде. Нам другого не нужно. Наши дети избежали плена во время войны, а сейчас их словно взяли в плен собственные же военные командиры. Наши сыновья уже долгое время находятся в Карабахе. Несмотря на наши просьбы и требования, их никто не вернул. Они в плену у руководства Армении. Зачем вы так поступаете с нашими детьми? Мы требуем, чтобы их вернули в Армению. По словам родителей, в Карабахе не должно быть армянских солдат. Они уверены, военное руководство Армении обманывает людей и насильно отправляет их сыновей в Карабах. Это территория Азербайджана, и пусть наши дети служат в Армении. Мы не растили своих сыновей, чтобы их держали в плену в Карабахе. Это азербайджанская земля, и хочу повторить слова Найри Саркисяна, что все здесь уже 30 лет знают, что Карабах – азербайджанская земля. То есть долгие годы они отправляли наших детей служить на чужой земле. Уже хватит. Родители говорили, что проблемы со здоровьем, приобретенные после войны, необходимо решать. Между тем, оставаясь на позициях, их сыновья еще больше истощаются. Они требовали встретиться с Николом Пашиняном. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, какой ответ нам даст Никол Пашинян. Наш сын уже год и месяц служит. Хотя спустя 6 месяцев службы на 10 дней обычно отправляют домой. И поощрение не получает, потому что приехавшие домой дети все больные. Наших детей отводят на границу, чтобы убить их. Продлившаяся больше 2 часов акция завершилась, когда группу родителей принял помощник премьер-министра Найри Саркисян. Он сообщил, что в субботу Никол Пашинян их примет. Напомню, что согласно 3-сторонному заявлению от 10 ноября 2020 года, армянские войска должны полностью покинуть азербайджанские территории.